Всем привет, ребят, с вами Лего, Чип и Дейл и Вжик. Всем здрасте. Всем привет. В общем-то, мы находимся на сервере Растрим, уже третий день, как мы тут играем, и никому пока не показываем наш дом. В общем-то, сейчас нам заняться нечем, и мы решили почему-то снести вот эту вышку. Мне кажется, что админы что-то приготовили в ней, но не зря они написали «С наступающим 2016 годом, спасибо, что вы с Растрим». И поэтому надо его жахнуть. Вообще сервер с РПГ-системой, вот мы уже тут на дровосекали, на шахтерили, намяснили и накрафтили себе уровни. Олег, возьми. Ты все уже готовы? Все, поехали. И, в общем-то... А Шек-то где? Сейчас ищем, кого можно будет зарядить. Но мы хотим также получить подарок. Подожди, а сейчас вот перекрестие еще раз для кривого Леги. Где вот, вот это? Да, да. Все, я банкрой. Фундаменты посередине. Ты понимаешь? Вот эти два столба хочешь, да, сломать? Да, 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 хочу, чтобы они упали. Сюда просто долби и все. Но это вдруг не получится. Где его попадай, и будет его урон. Да, да, да. Давай, все, бахаю. Получилось? Да, вроде бы. Или... Да, отнялось. Ну, по одному не нанесу. Смотри, так а что? По одному... Ну вот. Бахай. Ну вот. Подожди, а сейчас? Сейчас будет не эпично, я хотел... Подожди, 361, 361. А сейчас куда урон ушел? В одном пиваре... Еще не понимаю, куда урон уходит, но... Давай! Не понял. Сколько там? Чуть-чуть? Теперь по пиларам ушел урон! Как так? По пиларам ушел урон. Все, пошла тема. Лут! В натуре лут есть? Да, вот он. Пулемет! Пулемет? Да вот! Реально? Сишки. Четыре сишки. Че ты врешь? Че ты врешь? Вот че это. Фонарик. Хорош! Вот это я понимаю. Вот это подарок. Надо кому скинуть? Давай, скидывай. Вот четыре сишки там выпало. Охренительно. И пулемет. Ну ходи тогда с пуликом. Ну-ка дай хоть это посмотрю. Я честно не знал, что здесь будет подарок. Отвечаю. Блин, вообще не знал. Мы просто хотели подшутить и взорвать эту хрень, поугарать. Мы потому что знали, что никто туда ничего не положит. Ага. Блин, вот это нормально. Вот это сервак нам подготовил прикола. Просто никто. Тут столько народу уже бахает. Сервер вообще X1, но RPG-системы до X3, X4 все очень быстро доходится. Мы потом покажем наш огромный дом. У нас три копалки. У нас в одной копалке вообще МВК добывается. Все добывается. Три копалки. Я вот думаю, у меня даже топора-то не топор есть. Надо посмотреть, что в аэропорту есть. О, пули 12-го калибра есть. И, в общем-то, здесь есть какой-то чувак вообще дикий на сервере. Его ник Сталин. Он просто на этом сервере... Везде его таблички. Везде его таблички, везде коммунизм процветает, все нормально. Везде... Револьвер выпал. Револьвер выпал, нормально. Да. Сейчас мы здесь чуть-чуть подлутаемся и пойдем... Рецепт. Дальше. Чего рецепт? Револьвера. А, понятно. Ну и, в общем-то, сами, если хотите, заходите на сервер. Ссылку с айпишником оставлю в описании. А вот пулемет, это, конечно, вообще нежданчик. Прям полный нежданчик. Мы хотели здесь зарейдить Сталина. Начали его даже рейдить, но у нас, грубо говоря, не получилось, и мы решили этого не делать. Этот больной псих на всю голову, у него здесь, походу, дело везде дома, я даже не знаю, что делать. Потому что везде, под каждым домом, наклейка этого долбанного Сталина. А здесь, грубо говоря, из систем, из плагинов нету ремува. То есть, если вы раздолбенили дом чей-то и нашли шкаф, то у вас не получится его заремувать. Так что это очень хорошо для кланов каких-то, которые разносят друг друга и не могут найти лут. И, в принципе, из таких еще плагинов двери сами за собой закрываются очень прикольно. И вроде я больше вот такого ничего не помню. О, там пацан прыгает. В доме пацан прыгает. Смотри, что он делает. Дай-ка ему по голове. Подожди, надо спросить, у меня 4 сишки еще есть. Давай спросим еще. О, ты тут. Тихо, они тут что-то базарят. Быстро. Они говорят, ты тут. Это что было? Алло, пацаны! Пацаны! Да захожу. Они заходят в скайп, говорит, нас рейтят. Что вам надо, что, смерть не хочешь искать? Короче, смотрите, вы мне даете дань, и я ухожу. Дань, короче, 3C4. Смотри. Я могу тебе, знаешь, что я тебе могу дать? Чё? Пулю в голову.
Вы свой дом, о, вон он в окне. Вы свой дом, на первом этаже, на втором, где не поем тут. Вы видели свой дом, он у вас весь из металла, вы мажоры, давайте делитесь. Иначе вам хана будет, я вам обещаю. У нас пулемет есть, а ты видел? Тихо, не слушай, чё говоришь? Короче, давай быстрее этот, домой за базуками и хредачим их, они сейчас свистнут тогда внизу. Вы потратили уже там? У меня есть, у меня есть только две ракеты есть, остались. Шо? Для испуга их. Шугнуть для испуга? Да. Подожди, смотри, а может куда быть... под низ, смотри, куда под низ. Куда? Сейчас покажу. Заряжаю. А сюда. Ты пока улетай, где? Вот видишь, тут этот в треугольник этот, что ли? Еще раз стрельни. Да. Блин, я улетел. Все нормально, мы тебя подождем. Че говоришь? У нас просто ракет нету. Мы не можем вас зарейдить. Надо время потянуть. Можете нам дать ракет-рецепт, пацаны? Ага, рецепт ракет, они мне херачат уже. О, ты кого-то убил. Хорош, добей его, добить его надо. Там он уже. Хорош. Ну чё, будем по-хорошему решать или как? По-хорошему или по-плохому? Вы на крыше что ли лазит, не понял? Нет. Нет, они вон над окнами. Два кота каких-то. По-плохому, говорит, по-плохому. 2-2-8. Давай, ТП принимаем и начинаем. Ладно, мы уходим, пацаны, мы уходим. Сейчас мы вжарим. Кусты. Принимаем ТП. У меня аптечек мало. Я скину, давай. Бинты, аптеки. Бинты, вот, бинтики всякие. Ну все, их надо сейчас 20 бинтов. Надо их сейчас будет уносить. Это какие-то коты в сапогах. 2-2-8, вот, чекит, неадекваты. Так, надо, я скинь сразу, сколько можешь ракет. У кого-то пулик. Все, я взял. Кто еще будет стрелять? Кто еще будет стрелять? Всё, давайте, если есть базука. Базуки, наверное, есть. Все, пойдем. Быстрее только. Все, я начинаю долбить туда. Тихо, меня палят с крыши. С крыши палят. Хелпан. Смотри, что-то в голову не могу попасть ему. Все, я начинаю бахать. В перекрестие, да? В каменное перекрестие? Или давай, где неправильно, походу, стоит. Не попал. О, чуть ниже, сейчас я вылежу. Пацаны, у нас нет ракет. Зачем троём-то? Где турель? Кто-то турель, что ли? Тихо, есть много турелей. Давай под этот, под жопу им, под жопу. Под жопу. Ребят, под жопу, вот туда. Чтоб они вывалились. Под жопу им стреляй. Смотри там сколько турелей. Они вроде не работают, турели. Не работают. Вот сюда и под жопу, чтоб они вывалились. Чтоб они... Все, у меня нет ракеты. Не ракеты? Что такое? У нас ракеты. Это в нас стреляют? Смотри, там посыпалось все. Да. Что-то вывалилось. Упала. Ты прикрывай с пулика. Подожди, а если... Подожди, а почему по нам ракеты это не стреляют? Они забыли их зарядить. Лол. Подсадите. Давай. Ну не толкайся. Лол, я боюсь. А если они в меня стрелять начнут эти... А, тихо, одна на меня согрелась. Одна они может, сягрятся. Ага. Патроны были. Тихо, идем наверх. Страшно, главное, блин. Наверх не добрали, главное. Во, смотри, они говорят. О, вверху стреляет. У меня ракеты убили. Жесть. Я... Тихо, один возле дома. Это ты возле дома? А нет, это ты хорош. Я испугался. Куда бахать будем? Ты разбил им эти? Да, я одну турель разбил. Блин, где? А где чип они? Чип на тебя написал. Они там, да, в этом кругу, наверное. Тихо, здесь вообще непонятно, что происходит. Ты что за дом такой? Ты понимаешь, нет? Нет. У них походу дело есть. Тихо. У них лифтовая система. Знаешь, что делаем? Сейчас скажу, что делаем. Да, а! Смотри, если понизу нет, он не развалится, если весь фундамент снизу раздолбить. Надо вот попробовать залутать, прикрой меня. Так, ну неужели весь лут наверху? Где весь лут-то? Я что-то не понять не могу. Смотри, давай вот сюда. Может быть дальше вот этого раздолбения? Низ этой каменки. Камен. Тачка. Нет, там пустота дальше. Что там? Пустота. Значит, туда в железку надо прорываться, да? Да. Пацаны, все, мы уходим, у нас ракет нету. Надо к ним как-то наверх забраться, видишь? А, да, помните, у вас есть подсадить к нам, нужен еще один человек. Подсади меня, чип. У них наверху вся замануха, видать.
Это они стреляют, что ли? Да, понял. Они что, сумасшедшие? Они все ракеты. Они все ракеты тратят, надо быстрее их валить. Они огненные, огненные. Надо быстрее их завалить. Одного уже слили. Давайте. Встаньте кто-нибудь на место. Да, запрыгиваем и вот сюда подсаживаем. Давай, давай. Мои стены не чувствуют ваших кукол. А там от где подсаживаться? А вот вижу, давай, да, нам туда как-то. Давай, я вас подсаживаю. Давай, надо. У тебя есть базуки? Базуки, ракет. У меня есть базука, но ракет нет. Все нормально, у нас есть. Тихо, смотри, вверх ломаем. Слушай. Уходи. Ломай ее, ломай. Там как раз лестница наверх. Давай. Сломал? Да, я не сразу. Все, сломал. Что это за жесть вообще? Все, у них здесь лут, здесь лут! Давай, бахаем. Давай в этот, вот в угол сюда. Стреляем. Думаю, у меня ракеты закончились. А у меня сишки есть, я могу в дверь сишку дать. Сейчас, тихо. Стреляй, у меня еще есть. Сейчас смотрю. Крой меня, надо их забрать срочно, эти ракеты. Что-то говорят там. Да нормально, эти придурки будут знать, как она. Тихо, я сишку поставлю. Тут дверь выломалась, ты куда ставишь? Ой, блин, отойди. Я думал, что подсюда и оттуда зайти. Че пикает? Пошли. Че пикает? Пойдем, я слева поставил. Тихо, не там, не там. Че делать? Тихо, у них с двух сторон окно. Тут я не знаю, да, что делать. Да у тебя есть эта ракета еще? Нету, есть три сишки. Иди сюда. Тут три. Чё? О, мой. Уходи. Куда ты им кинул? Я не знаю. Он мне по кочегрышке попал, отойди. Нормально. Подорвался, что ли? Я это всё сишку кинул туда. Ё-моё. Отойди, я туда сишку накидал. Сейчас начнется там бух-бада-бух. Сюда нужны. Опа, на что происходит? Что-то все потом. Да. Все, заходим. Давайте, тащите. Здесь лут может быть. Сундуки. А где? Ты их завалил. Вон они наверху. Одного убил. Жесть. Нашли лут или нет? Не знаю. Может, лут будет там, где мы бахали? Нет, лут-то какой-то нашли. Там кто-то дверь открыл. Ракета. Там можно к вам попасть. Надо, ну подсадят, если тебя вжив. Если тебя вжив. Давай я тебя подсажу, там ничего не сможет. Залез сам. Блин, я не туда кинул, я под ноги кинул. Как он тебя помог? Через лестницу. Надо сломать эти. Давай попробую подсадить тебя. Одна сифокнула. Где вы, какое попало? Давай вот, запрыгивай на меня. Смотри, что в чате. Ё-моё, тут ракеты. Сколько? 9. Забирай. Ну, значит, конечно, у них дом нереальный. Пулемет. Пулемет? Да. Где? Красава. Меня. Ну все, это их основной лут, походу. Ой, говорит, что, они все убили вы их? Да, мы к ним зашли, они здесь что-то херби страдали, стреляли. И все, и конец им пришел. Что такое? Да я про турель. Ты думал, у нас какая-то база? Жди, сука. Бомбит у парней. Короче, дом надо укреплять. Тихо, а ну все, у них здесь спальники как раз стоят. Сломайте спальники. Что там много часов? Спальники с окном ломайте. Были ракеты там? Ракеты были, 9 штук. Пацаны там в шоке, наверное. У меня только. Так, забираем эти броники, все, что видим, забираем. Забираем. Я забрал оружие, честь. Оружие забрал, броники, маски вот эти, которые железные. Скидывайтесь еще мне, я свободно тут бегаю. А, ты внизу? Давайте я тут залутал. Давай. Там, где подсаживаю вас. Угу, сейчас печки долутаю. 16 МК. Забираю. Все забирайте, что видите. Все, что ли, неужели больше лута нету? Здесь красный, он, кстати, в броне. 50 у него патриков было. Все здесь забираем. Кто выкидывал тут уголь, что-то? Кто выкидывал? Не я. Уголь-то надо. Лего сишки раскидывал на печке. Да, кстати. Да я что-то в панике. Они могли нас с двух сторон в этих окнах задолбинить.
и все. Они там психуют в чате. Гоу, говорит, на вторую базу. Если мы, что, знаем, где вторая база у них. Надо спросить, где? Где вторая база? Так, ну что, на сет-хом тогда улетаем и все, что ли? Да. Здесь, наверное, уже делать-то нечего, по-любому здесь висит. Опа, на, здесь ящик еще с болтовками. Вот здесь... А, как тебе скинуть? Ты где? Давайте скинем все в Жику и доберем все остальное. Жик там где? Вон, давайте это пошли. Там где поставить? Вот, сзади, сзади. Ты меня видишь? А, вот, о, да. Вижу, вижу, сейчас скидываю. Я полный тоже. У тебя полные, да, эти карманы? Да, да. Скажешь, когда в Жик хватит? Так, дерево. Я на хом ты поделай, да? Жик, жик, жик. Еще вот есть немного места. Сейчас, сейчас, скидываю, скидываю. Вот это возьми. Вот это, кинул тебе. Ты кинул. Спасибо. Так, ну. Так. Что-то не берется. Прикинь, Friendly Fire. О, она просифокала. Еще один слот скинул. Сейчас сифокнет. Сейчас сифокнет. Жалко, этот Friendly Fire стоит. Так было бы прикольно. Че он там... Кто поможет их рейдануть? Ну, а они еще должны узнать, где мы живем. Мы как сейчас... Лего, Лего, Лего. Че-че-че? Лови. Ты мне тоже сифоку кинул, да? Овощнее чуть-чуть. Нормально. Сейчас как раз домой придем, покажу дом. И на этом, наверное, что, закончим, потому что я не знаю, что делать. Я вообще не понимал, что такое возможно. Я тогда на хом, я полный уже. Давай, я тоже на хом улетаю. Все, смотрим здесь. Они этот, слишком много наставили турелей непонятных. Какой понт? Откуда они взяли? Все, я вообще не стреляю. Хотя здесь аэропорт рядом, но утали, наверное. Так, ты видел, сколько возле аэропорта бочек кресается? Мы же сами там проходили. Так, хом. Хом. Все, я дома. Хом один, я тоже улетаю. С подарков выбили, скорее всего. Подарок выбили? С подарков, наверное, эти турели. А, ну да, с красных, как мне, повезло. О, они все на меня, и патронов нет. Нормально. Отключить, можно как-нибудь отключить? А можно бомбу домой забрать. Каким-нибудь молотком бы типа ударил и все, да? Так, ну что, поехали, покажем тогда наш дом. Чудотворный. Опасный турель на меня наводит. Сейчас я выйду на улицу лучше. С улицы буду показывать. А у нас эти все, топливо низкого качества дома есть? Может то вынести, если есть? Есть, 1000. Давай этот, я как раз поставлю эти, как его, о. Банда. Я в луте, если что. Ты где? В луте? Ну, где лут основной. А спускайся тут... вниз к этим, к воротам. Сейчас, главным. сейчас. Я тебя тут буду ждать. Как раз тебе оставшийся скину спальник. Окей. То есть, если я сейчас буду топором, допустим, ребят, добывать дерево, то оно у меня будет не по 10 добываться со стрёмного топора, а по 30 с лишним, как и X3. И переплавка здесь очень быстрая, вот что еще понравилось. То есть, чтобы здесь... Насобирать ресурсы, нужно играть. Для этого требуется RPG-система, и то есть ничего страшного. То есть чем больше вы играете, тем легче ресурсы добываются. Хорошо, добыли руду. И она очень быстро тоже это переплавляется, потому что здесь ускоренная переплавка. Кто в доме сейчас? Можно ТП на кого? Я, да. Можно у меня все дома. Так, еще здесь закину. Двери автоматически закрываются. Да, 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 да. Вот это тоже, я не знаю, может, никого плюс, никого ворота. Нет. Ворота тоже. Но, по-моему, с задержкой где-то в секунд в 5. Так, запускаем. Ну, здесь у нас с одной копалкой очень сильно вообще повезло. Мне вообще понравилось. Вот в этой, кстати, я уже пытался об этом рассказать. Видите, по три этого и по одной фрагментов металла. Где-то вот такое же количество появится через часа два. То есть достаточно быстро. Сейчас еще покажу две копалки нашей территории. Но мы сейчас будем ее... День и ночь строил, это МВК чуть из жопы не доставал. Я поэтому и говорю, откуда у него столько МВК-шных стен. У нас только первый этаж там еле-еле в МВК. А он здесь намутил. Но здесь на самом деле дешевый донат, дешевле я еще не видал. Ну они что, пытаются как-то раскрутиться, только открылись, народ здесь играет и уже кому-то хана. Сейчас пойду бабки положу и приду. Так, я сейчас этот... Вот это вот самая четкая копалка. Но у нас уже, не скрою, у нас уже один раз ее кто-то залутал при пристройке. Вообще не два раза уже. Да. Кстати, я же ее заправлял. Ну-ка. Нет. Остался, все нормально. И вот это мне нравится. 4 лута она добывает. Саму руду железную, готовых фрагменты и самое классное, высококачественную руду. Вот это самое вообще топ. Это просто топчик. Повезло. Да, вообще повезло. Вот было бы все три так, было бы супер.
но все три не получил. Сюда я побольше положу, чтобы она подольше работала. Нам МВК нужно. Считай, поставил и ушел спать. Подожди, а мы... А, да, мы же с тобой застроили там шкаф. Откуда... А как? Они же... Ой, с чипом, да. Они же сейчас не подойдут. Мы же застроили то место, откуда они приходили. Я боюсь только вот другие скалы, на которые тоже каким-то образом, мне кажется, можно запрыгнуть. И все. Что ли, доначу? Че он там пишет? Вы будете донатить, чтобы вынести легу? Да уж. Все там бомбит у всех. Сейчас закинем сюда еще тоже... Жирочек. Жирочек сюда закинем. Заберем ресы. Мне кажется, нам нужно будет построить. Вот, здесь сульфурчик у нас добывается, но здесь вот у нас украли. Вот недавно мы ее только поставили на запуск. Это не совсем весело на самом деле. Все. По идее. Вот по идее, грубо говоря, за два часа. Да? Ну все, надо написать им. Приходите. Мы. Вас будем, блин, мы вас будем ждать и любить. Мы же еще один пулемет, да, отжали? Да, два пулемета. Да. Давайте постреляю немного. Давайте постреляю. Пулемет это вообще жило. Если они придут, ну а что они? У нас тоже, я бы сказал, что прям такой крутой дом, антирейдовый. Ну, эй, хорош там, а? Но похуже, чем у них. У них... МВК как-то неправильно был раскидан. Вот такие дела. Все, бегает пехота с пулеметами зеленая. Ну что, я думаю, что на этом мы нашу серию закончим. Кто хочет... На этой табличке надо закончить, походу. Да. Здесь есть лут. Надо построить маленькие дома. Это не я писал, Дейл. А что он написал? Это какой-то чувак. Дейл лух. Надо построить мини-дома и лут раскидать, когда они придут на строение. Потому что они по-любому будут нас херачить издалека в дом. И если у них столько МВК, они по-любому будут сумасшедшими дебилами. И будут просто бахать, и все. Мне кажется, им насрать будет, они будут просто бахать. Так вот, я еще раз что хотел сказать. Сейчас обустроим дом, может, мелкие дома здесь поставим. И, в принципе, на этом, наверное, все. Наделаем еще чуток ракет и, думаю, может быть, еще кого забахаем. И ролик, наверное, отнесем к нереальным рейдам, что ли. Что там, к нам подошел кто-то, что ли? Или это ты? А, ты в глазок смотрел? А, ну ладно, ребят, кто хочет играть, заходите. Сервер ссылку оставлю в описании. Сервер RPG-шный, все переведено на русском. Всем пока-пока. Всем пока. Пока.